Ой, я тут услышала шум, самое интересное начинается. А мне с козами уходить. Ребята, быстрее вон месят. Как его называют-то, господи, раствор. А привезли плиты. Плиты на... Быстрее, быстрее, стараются. Доцент заставит. Папа заставил. Вот сюда вот плиты. Машина застряла. Здесь труба, наверное, у нас проходит. Не знаю, копать. Смотрите, как сел вообще. Чуть ли не все колесо. Вообще сейчас надо будет вот эти выкидывать. Трактор муж ищет уже, звонит мне это. В общем, мне, конечно, тоже интересно это все посмотреть, поснимать, как все это закончится. Сейчас они будут скидывать, как потом как-то будут пытаться доставать эту машину. Представляете, как там сел. Он в дырку вообще. Ой, Самуил, отойди, ты что? Отойди подальше. Ну, мне нужно бежать с козами, а потом мне нужно прийти и всем им варить суп на обед-то. То я сейчас буду снимать, а с козами никто не пойдет, и суп за меня никто не сварит. Они сейчас будут тут работать. А звонит куда-то по знакомым, что-то там с трактором не получается, а его нужно вытаскивать. Они сейчас несколько штучек вынут оттуда, чтобы машина стала полегче. Машину потом надо как-то вытаскивать. И потом машина же, она же, будет их ставить туда. Ну, а потому что кто еще поставит-то? Все, я пошла. А вы думаете, он теперь выехать сможет, да? Не знаю, по своей машине лучше сделать. Говорит, выйдет? Попробует сейчас. Дай бог ты. Ну то колесо прям вообще сидит с той стороны. Ого. Ого. Как же я тут... Уйду-то с козами. Пошли смотреть колеса. Сидит крепко-то как. Здесь труба идет? Копали. Сейчас его срубят. Трубу?
экстренная ситуация у нас. Ничего, выберемся. Что-то вот я думаю, ничего не надо подкидать, запихнуть туда. Ты не отходи. У тебя ноги-то подлиннее будут, он не достает. Пусть достает попкой. Откапываемся. Так машина должна была туда подъехать и ставить туда на место плиты, да? Он хотел, что-то он сказал, я не слышу, что он сказал. Ушла я. Вон козы. Естественно, я уже с козами. Вся жизнь с козами проходит здесь, по полям. Вот так и мотаешься. Ну, я думаю, выберутся. Я в церковь очень срочно сообщила, чтобы они там молились. Уже все люди молятся. Естественно, у нас там группа в WhatsApp. Начали уже люди отвечать. Знаете, как хорошо себя чувствуешь, когда точно знаешь, что о тебе думают, что тебе помогают, что о тебе молятся люди. Совсем не обязательно вот стоять вот здесь и что-то делать, да. Можно находиться далеко и очень сильно при этом помогать молитвой. Так что я не сомневаюсь, что выберутся-то они оттуда по-любому. Вопрос как. Побыла бы там, самой интересно. Ну тут не просто такой праздный, да, глупый интерес.
Я ж переживаю тоже. Молюсь, чтобы муж не нервничал, чтобы нормально у них работал ум, чтобы Бог дал разума, как выйти из этой ситуации. Самое главное, да, хладнокровно относиться. Иначе все, когда не нервничаешь, тут не так, и не так начинаешь поступать. Он наехал на трубу, провалился туда, потому что там лежали трубы, муж говорит, и он очень даже вероятно, что он там как-то две трубы идут, одна внизу, другая выше, что стоял он и прямо на трубе, значит, может быть, он ее мог и сломать. А, в общем, не знаю, но стройка это всегда непредвиденные какие-то ситуации и непредвиденные расходы. Как ты не прикидывай, как ты, ну, естественно, есть какая-то смета, да? Есть бюджет, который ты предполагаешь, что он пойдет туда, но его нужно сразу увеличивать. И намного. Как сейчас говорят, да, с кризисом подушка безопасности. Вот для стройки это должно, потому что обязательно вылазят какие-то непонятные, какие-то непредвиденные, как ты все не просчитывал, как бы ты делаешь это все не в первый раз, и все равно что-то может вылезти. В каких-то ситуациях прям все гладко, все прям, ну вообще вот замечательно, ты так даже и не думаешь, что так будет происходить хорошо. А некоторые ситуации такие. Ну ничего, Бог даст, справимся и с этим. И дальше уже начнем просто класть блоки. Все, вся загвоздка была. Нет, он там еще, конечно, подделает еще эти полы, плитка идет на пол. Он думал там все эти варианты, доски, не знаю, утеплители, как всегда, да? А потом пришла такая мысль в голову. Ну, она с помощью жены, конечно, пришла. Мысль. Ну, не конечно, но вот так вот. Что как бы и бетоном каким-нибудь. Да, муж стал искать и нашел. Одни плиты были где-то очень далеко-далеко, там ехать, не знаю, час, больше часа. Он ездил и туда, и потом еще помолился, стал искать, и прям рядом с нами город, Новомосковск, и нашел там. Вот, так что думаю, что плитами будет намного лучше. Дэн, сами вытащили машину. Пока иду, чтобы уж так просто не идти. Показывала 100 раз Хакуру Мишику мою. Пока не сажаем, не делаем никакие аллеи, ни хвойные, ничего. Это моя березка, забыла, как она называется. С фиолетовым стволом она будет. Пока такая, пока это какая-то породистая. Я ее опять же заказывала. Так. Должна быть фиолетовым, да. Пока маленький он такой, а потом он будет фиолетовый. Так. Здесь ива такая, ива такая. Кудрявая. Видите, какая красота? Вообще красота. Свердловская, извилистая Свердловская. Видите, она плакучая. Уже они уже, вот, они уже вниз. Вниз уже они, видите, маленькие. Ой, да такая красота будет. Представляете, эти кучеряшки? Вообще классно. Пока, конечно, все малюсенькое. Но это все не огромного размера. Это все такие. И это, и березка. Я не брала, которые по много-много метров. Они такие специальные, как декоративные. Не помню, там небольшая высота у них. Дэнни сказал... Достали, они тогда достали сами. Ну, в смысле, машину вытащили. Вот. Вот что у нас тут получается. Получается, что у нас за два заезда. Куда они делись, я не знаю. Папа уехал. Это подушка от пчел. Слушай. Куда ты уехал? Ладно, я пошла суп варить.
Приехал второй раз. Я даже не смотрела, что там с нашей трубой, там, где он раньше застрял-то. Ой, у меня, наверное, кофе убегает. Я поставила кофе. Папа махает, уходи. Нам нужно вот это подальше засунуть. Я и в церковь послась, и к дедушке. Подальше еще? А что же он так и махает? Подальше. Однако подальше. Застрял трос с этой, с правой стороны, под плитой. Сегодняшняя работа, слава богу, все сделано. Уже остыло все, я ему до этого налила. Все, слава богу. Не смотрел, он там разворотил сильно трубу, нет? Вода, если не идет, значит нормально. А ты вообще смотрел там? Здесь же у нас все раскопано. Нет, значит, наверное, не достал до трубы, да? Ну, слава богу. Все хорошо. Я ушла, вы еще побуксовали немножко и проехал он, да? Вылез, глянь, молодцы, вытащили. Смыл, ты из какого угла идешь? Ты где? А, ты с собакой? А я говорю, ты ешь. Папа говорит, где он? Он с собакой. Иди поешь. А там уже остыло ему все. Смыл, иди поешь. Вообще. Не надо мне собаку твою. Куда? Нет. Ну вон туда. Куда? За сарай. В клетку ее засунуть? Да. Нет. Что? За сарай пройди с ней. Я ее держать не хочу, она же ломится. Ну и что мне... Дэнни, молодец. Молодец, Дэнни. Ох, они их двигать будут. И наши, да? Да.
только что достала кочетку из кастрюли. Из тепленькой. Плавилась. Стоит, остывает. Стоит, остывает. Готовлю. Рассол буду делать. Сегодня чуть побольше было. Обычно получается 3 таких канистратовских корзиночки и 1 сердечко. Сегодня 2 сердечка. Ну, я еще пихала, трамбовала. Здесь помного они получится. Потяжелее. Ой, люблю кочетку.